Приветствую зрители канала Мудрая Рядом. На канале уже есть и Гриата, гирлянда. Сегодня будем делать гирлянду лапки, лапы тигра, тигренка. Сложим бумагу гармошкой. У меня ширина 5 сантиметров, а ширина самих складочек на гармошке где-то 2 сантиметра, 2 и чуть больше. Начнем рисовать лапку. Сначала пальцы. Ну, а потом саму форму лапки. Вырезаем. Открываем. И начинаем прорисовывать. Сначала обведем пальчики, потом возле каждого пальчика прорисуем подушечку. Когтики и подушечку на самой лапке. Контур лапки обязательно, чтобы они друг от друга отсоединялись. И символические черточки. Так поступим с каждым. Ну вот все лапки прорисованы, гирляндочки могут быть чуть шире, чуть уже. Самое главное, чтобы были символические отметинки на этих лапках. Всех с наступающим Новым годом! Силы тигра и удачи тигра! Всем пока-пока!